Исследование, награжденное Нобелевской премией, открыло фундаментальные причины старения. Ответ нельзя увидеть человеческим глазом, и это нечто называется теломеры. Теломеры — это повторяющиеся последовательности ДНК, выполняющие защитную функцию, или же концевые участки хромосом. Их задача — защищать нашу ДНК. Когда мы рождаемся, наши теломеры длинные, но со временем они начинают укорачиваться. И укорачиваются настолько, что по сути растрепываются, как кончики шнурков для ботинок. И наше путешествие, называемое клеточным старением, начинается, когда теломеры становятся слишком короткими. Наши клетки больше не могут справляться со своими чрезвычайно важными функциями. Клетки начинают саморазрушаться и в конечном итоге погибают. Ученые называют это апоптозом. Гибель клетки – это одно, но когда клетки просто перестают функционировать, они могут извергать опасные свободные радикалы и воспалительные молекулы, которые существенно повреждают соседние клетки. Так как же бороться с процессом, называемым клеточным старением? Существует питательное вещество, которое естественным образом повышает количество фермента, необходимого для того, чтобы удлинить короткие теломеры и тем самым продлить здоровую жизнь наших клеток. Тысячи исследований подтверждают связь между короткими теломерами и естественным процессом клеточного старения. И еще более удивительно то, что за всю историю человечества это единственное известное вещество, способное на это. Приготовьтесь к будущему. Клеточное старение заканчивается здесь. Финити. Технология продления молодости. Эксклюзивно для GNS.